напоминаю, что сегодня с самого утреца мы обсуждаем разные способы, которые вам помогают настроиться на новый рабочий день. Мой мозг не работает, если я не выпью большущую чашку кофе. Собственно, этим я прямо сейчас и займусь. Ну а вы встречайте наш новый танцевальный блокбастер. Я расскажу вам, как устроена эта жизнь. В этом треке мыслей больше, чем народа в магазине в пятницу. Поехали! Я не силен в вопросах квантовых теорий. Не знаю, код коробки жив или квинул кони. Не стоит спорить, жизнь по сути проста. Пустой стакан или полный, решаешь ты и сам. Сколько разных ситуаций может приключиться. Может рухнуть рубль, может грунтиться. Даже в ванной при брике тебе нужна защита. Будь готовым ко всему, это ведь твоя лавида. Никто не постирает бельишко за енота. И собирать в дупло орехи беличья забота. Пацан обыкновенный и настоящий пацан. Жизнь задает задачи, он решает их сам. Пацаны, надейтесь на себя и свои силы, а при брите вас защитит арка. Оля знает, что к чему. Делай все, что ты можешь. Каждый мужчина думать о защите должен. Все будет гладко. Кожу пацана защищает арку. В темной подворотне случился гоп-стоп. Надо неделями трениться в беге на 100. Тихую девушка палит историю звонков. Установи пароли на свой смартфон. Если всю работу босс скинул на тебя, скажи прибавить к ЗП 1150. А если при бритье кожа раздражена, пренебрегаешь арту, чего ты ожидал? Пацаны, это не сказка про золотое копытце. Это реальная защита без булщита. После бритья кожи сухо и жарко. Без вариантов защитит тебя арко. Все будет гладко. Кожу пацана защищает арко. Пена арко не сделает тебя героем. И миллиард фолловеров не двинет за тобою. В историю футбола не впишет твое имя. А все девушки в мире не станут лишь твоими. Николай, скажите, а как вы стали таким потрясающим и неповторимым человеком? Ну как? Я работал до посинения и... Ну а что насчет арка? Эта пена для бритья колдовать не может. Арка просто хорошо защищает кожу. И об этом должен помнить каждый мужчина. Пена арка – лучшая твоя защита. Светик пишет, что для нее утренний ритуал – это обязательно нарисовать шикарные стрелки. А для этого нужно, на минуточку, мужчины,